Центр академика Болотова создал телеграм-канал. Мы выкладываем в этот канал различную полезную информацию, рецепты, меню, а также там можно задать вопросы врачам Центра Болотова. Подписывайтесь на наш телеграм. Академик Борис Болотов еще много лет назад подчеркивал важность и пользу употребления соли. Дальше был период гонений. Соль называли белой смертью. Но современная наука уже полностью опровергла эти данные. Соль реабилитирована. Потери соли необходимо восполнять. Бессолевые диеты – это откровенный вред для здоровья человека. И даже избыточное питье пресной воды может навредить из-за вымывания солей. Соль – это натрий хлор. Расскажу подробнее о пользе этих элементов. Натрий. Работа клеток зависит от натрий-калиевого насоса. Так происходит передача заряда между клетками. При дефиците натрия страдает нервная система и мышцы. Человек испытывает слабость, появляются отеки. Да, отеки возможны и от недостатка соли и натрия, не только от их избытка. Более того, чтобы удержать натрий в организме, повышается уровень инсулина. Есть такой механизм. Поэтому дефицит натрия приводит к развитию инсулинорезистентности. Второе. Натрий-хлор – это соль, а H-хлор – это соляная кислота желудка. Молекула хлора необходима для образования нашей соляной кислоты. А от нее зависит переваривание всей пищи, которую мы употребляем, особенно белка, усвоение этого белка, усвоение всех витаминов и минералов. Также от соляной кислоты зависит наша микрофлора. Если есть нехватка соляной кислоты, то мы легче заражаем какой-либо патогенной микрофлорой, грибами, паразитами. Из-за недостаточной обработки кислотой съеденной пищи тоже у нас в кишечнике начинает размножаться условно-патогенная флора. Бифидо- и лактобактерий становится меньше, а патогенной флоры и грибов становится больше. Развивается синдром избыточного бактериального роста и синдром избыточного грибкового роста. Эти бактерии в процессе своей жизнедеятельности вырабатывают аммиак. Поэтому получается, что организм загружается вот этим продуктом метаболизма бактерий, аммиаком. Это проявляется слабостью, вялостью, ощущением тумана в голове. Могут быть головные боли. Очень много таких вот негативных симптомов дает избыток аммиака в организме. Это все я рассказывала насчет соляной кислоты, для которой необходима молекула хлора, источником которого в первую очередь для нас является соль. Третье. Молекула хлора участвует в иммунных процессах. Нейтрофилы, наши клетки крови, которые атакуют инфекцию и различных патогенов, используют молекулу хлора для того, чтобы расправиться вот с этой вот инфекцией. То есть для иммунной системы тоже хлорка очень важна. Есть даже такое сравнение вот этого механизма использования хлора нейтрофилами, что нейтрофилы как бы заливают хлоркой патогенных бактерий и вирусов. Академик Борис Болотов и его ученик доктор Наумов рекомендуют рассасывать щепотку соли после еды для того, чтобы улучшить переваривание пищи, усвоение микроэлементов, а также для усиления защиты организма от инфекций, бактерий, грибов и паразитов, которые могут к нам поступать вместе с пищей. Четвертое. Соль крайне необходима для работы надпочечников. Надпочечники регулируют нашу активность, выработку гормонов, адреналин, кортизол, норадреналин. Я уже упоминала про синдром уставших надпочечников. Если человек находится в длительном хроническом стрессе с усиленной выработкой кортизола, у нас истощаются надпочечники. И для их восстановления очень важно употребление соли. Поэтому,
Если у вас был какой-то длительный период стрессов, или они есть до сих пор, и у вас есть тяга, например, к чипсам, сухарикам, чему-то такому соленому, то дело может быть как раз именно в соли. Попробуйте для начала просто посильнее подсаливать свою пищу, поесть соленые квашеные овощи. Еще доктор Наумов рекомендует после еды не только рассосать щепотку соли, как вариант, да, а вы можете съесть что-то сильно соленое, допустим, кусочек какой-то соленой рыбы или что-то из солений. Соль восстанавливает ваши надпочечники и поддерживает их работу. Соответственно, если вы напитаете свой организм солью, то, возможно, у вас и снизится тяга к тем же самым чипсам. Проблема в том, что чипсы, помимо соли, ведь богаты трансжирами, которые вредят сосудам, сердцу, мозгу, и также там очень много различных консервантов. А ведь, возможно, ваш организм просто хотел получить соль. Ну вот вы так распознали его сигнал и пошли купили пачку чипсов. Хотя можно было решить вопрос и гораздо более экологично для своего организма насытить его солью по-другому. Еще академик Борис Болотов рассказывает про такой интересный способ. После бани натереться крупной солью. Это может быть гималайская соль или морская соль. И ваш организм через кожу начинает впитывать столько соли, сколько ему нужно. Что очень интересно, если вы решите попробовать этот метод, то первые 2 или 3 раза, скорее всего, ваша кожа впитает буквально всю соль, которую вы нанесли. А уже далее, 4-й, 5-й раз, скорее всего, на теле будет оставаться соль, которая не впиталась. То есть организм взял столько, сколько ему было нужно, а лишнее осталось у вас на коже, и вы смыли эту соль. Норма употребления соли – это 1-2 чайные ложки в день. И если у вас есть какие-то усиленные потери соли, например, потение, прием мочегонных, то учитывайте, что ваша потребность в соли возрастает. И как вы компенсируете потери жидкости, да, например, еще при диарее, также нужно компенсировать и потери соли. После диареи часто человек испытывает сильную слабость. Питье воды здесь не поможет. Восстановление электролитов и прием соли помогает с этим состоянием. Бессолевые диеты до сих пор иногда рекомендуют врачи при гипертонической болезни. Я рекомендую вам присмотреться к подходу академика Болотова к гипертонии и подходу доктора Наумова. Вообще, в первую очередь, когда вы слышите про бессолевую диету, нужно задуматься о том, чтобы исключить колбасные изделия, майонез, какие-то полуфабрикаты, потому что эти продукты имеют огромное количество скрытых соли. И помимо соли они содержат еще и трансжиры, консерванты, которые вредят вашему организму со всех сторон. Умеренно подсоленная домашняя пища не принесет вам такого вреда. Также вы можете оставить в своем рационе квашеные овощи, ферментированные овощи. Про это очень много писал доктор Наумов и академик Болотов. Сало оставляем в рационе, можно добавить немного горчицы. Меню по Болотову-Наумову вы можете найти у нас в телеграм-канале. Мы публикуем там много полезных информационных статей. Там есть целая методичка с рецептами, правилами питания по Болотову-Наумову. Помимо этого, в подходе академика Болотова и доктора Наумова к гипертонической болезни используются жмыхи из капусты и свеклы, квас из чистотела 50 мл за 20 минут до еды, 3 раза в день, ферменты поджелудочные, кишечные сорбенты, уралисан, бальзам Болотова и, конечно же, ликвидация стресса. Академик Болотов подчеркивал это в своих работах. Конечно, работа вегетативной нервной системы в первую очередь влияет на регуляцию кровяного давления. Помимо бессолевой диеты, подходы к работе с гипертонией очень обширны. Поэтому лучше присоединяйтесь к нам. Мы расскажем вам про подходы академика Болотова, доктора Наумова, и вы непременно станете здоровее.